Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами продолжаем обзор проекта RecordSkipper. И сегодня я предлагаю вам более детально поговорить уже непосредственно о самом проекте, что он из себя представляет, посмотреть, какую он нам информацию несет, ну и так далее. Давайте сразу же пролистаем туда, на чем мы остановились в прошлой части обзора, то есть где может использоваться RecordSkipper. RecordSkipper может использоваться в банковских и финансовых учреждениях, правительственных и обрабатывающих промышленностях, а также в различных собственностях, там, для личного использования и так далее. Здесь также предлагается посетить профили в социальных сетях данного проекта, то есть профили в Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram. Обязательно присоединяйтесь к Telegram, там всегда представлена наиболее такая подробная информация о данном проекте. Здесь также можно посмотреть демонстрацию, то есть демонстрация, как это все работает. Здесь три вида: Basic Demo, Proof of Existence и Retrieve Data. Например, нам интересно демо. Здесь вам необходимо указать свои данные, то есть те данные, с которыми вы зарегистрируетесь. Указать, что вы не робот. Например, выберем мое имя. Какой-нибудь там будет Саня. Email будет Папуша. Собака. Папуша. .com. Думаю, интересный email как раз подойдет. Start demo. Здесь для вас генерируется ваш кошелек. Здесь вводится ваш адрес. Например, нажимаете download. Ваш кошелек качается. И так далее. Здесь указываете данные кошелька. И здесь уже создаете дальше записи по данному проекту и так далее. Ну, здесь, думаю, все понятно. Здесь никаких проблем быть не может. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели данную часть обзора. Всего доброго и до новых встреч.